Un prieten de canalul Polizo Trafic din Prof. Ia Liza, aia ta că n-au mai mamă lirne. Și la ei școlă, vizi la... Muhalovco obicnavenuia, mănăganoșco. Mănăganoșco, hișnic, ahotiță na muh, tarakanov, termitov, pauков, блох, моль и других насекомых, как видите, хоть она и противная, но она очень полезная, она убивает вредителей. Убивает свою добычу, впрыскивая яд. Сейчас она сонная и двигается медленно, но скорость она развивает до 40 сантиметров в секунду. У нее отличное зрение, это превосходный хищник. Ранней весной просыпается очень много клещей, которые переносят различные заболевания опасные. Многоножка охотится и на них, что радует. Маленькие мухоловки вылупляются из яиц с четырьмя лапками. С каждой линькой увеличивается их количество до 15 пар. Живут они около 3-7 лет. Много челюсти слабы, чтобы прокусить кожу человека. Они не агрессивны, нападают только при самозащите. Не представляют серьезной опасности для человека. Правда, укус похож на укус пчелы. В нашем канале вы можете узнать не только о грибах и травках, но еще про шиншиллок. У нас живут замечательные шиншилки с малышами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик под видео и будете видеть новые наши ролики. До новых встреч, пока-пока!